прежде чем начинать вязание, я всегда рекомендую связать образец. Я связала небольшой образец, потому что мне было интересно посмотреть, как поведет себя пряжа в резинке. Данный образец у меня связан на спицах номер 3,5 и уже постиран и высушен. Теперь сколько набирать вообще петель для топа, да, и как ориентироваться. Если вы хотите, чтобы топ у вас сидел, конечно же, по фигуре, да, немножко растягивался, при этом петли, чтобы не смотрелись вот так, то когда вы делаете, определяете, сколько сантиметров, вернее, сколько петель в одном сантиметре, я рекомендую все-таки делать небольшое натяжение образца, только потом делать замер. Ну и теперь к самому топу. Любым удобным для вас способом на спице необходимо набрать нужное ваше количество петель. Помним, да, что количество петель, так как мы будем вязать по кругу, должно быть кратно 4, потому что наш узор — это резинка 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. В моем конкретном случае под мою плотность мне необходимо набрать 168 петель и провязать по кругу резинкой. Делаем самостоятельно. Итак, вот так выглядит моя майка, начало, да, то есть я провязала без прибавок и убавок, просто по прямой, да, по кругу, круговым вязанием 23 сантиметра в высоту, то есть мне вот этой длины достаточно. У вас может быть, конечно, длина отличаться, но мне вот, в принципе, вот этого достаточно. Немножко выглядит как маленьким топ, но помним, что это резинка, да, поэтому по рекомендациям по пряже берите ту, которая хотя бы держит немножко резинку. Я нахожусь в начале своего кругового ряда. У меня, напомню, на спицах 168 петель. И прежде чем я продолжу вязание, я хочу немножко рассказать вам про то, как я распределила, вернее, пометила петли. Давайте покажу. Вот у меня начало моего кругового ряда. Мой круговой ряд начинается с одной изнаночной. И теперь для удобства, чтобы не запутаться в направлении убавок и вообще петель, да, я рекомендую пометить линии. Что я имею в виду под линией? Это 2 лицевые петли. Я рекомендую вооружиться вот такими маркерами, не обязательно точно такими же, абсолютно любыми, но чтобы можно было пометить. Можно делать распределение на самой спице, но мне так неудобно было вязать, поэтому я сделала на самих петлях, на полотне. Итак, как мы помечаем наши полосы? Еще раз скажу, да, полоса — это 2 лицевые петли. Первую полосу сразу после вот этой одной изнаночной, то есть в начале ряда, помним, что там, где у нас было начало нашего кругового ряда, условно у меня это будет место шва бокового, то есть это первый будет условный шов. Конечно же, майка бесшовная. Итак, первую полосу помечаем, одну пропускаем, следующую помечаем, две пропускаем, одну помечаем, одну пропускаем, одну помечаем, две пропускаем, одну помечаем. Вот здесь, где у меня двойной такой маркер, это центр. Я рекомендую вам тоже отметить центр нашего полотна, нашего переда, так скажем. Но пока мы наперед и спинку не разделяем, мы будем продолжать вязание по кругу. И дальше в зеркальном отображении то же самое, да, две полосочки пропускаем, одну помечаем, одну пропускаем, одну помечаем, две пропускаем, одну помечаем, одну пропускаем, одну помечаем. То есть у меня здесь по распределению, да, вот этих полосочек у меня находится здесь 9 маркеров. Теперь маленькая рекомендация. Если вы вяжете на большее количество петель, соответственно, полосок по переду у вас будет больше. Я рекомендую увеличить, например, вот здесь, где центральная часть, да, между вот этими двумя оранжевыми маркерами. Единственное, помните, что у вас должно быть нечетное количество вот этих полосочек, чтобы у вас была центральная выделенная вот эта полоса. То есть можно здесь взять 3, можно взять потом 4 с каждой стороны. То есть смотрите, чтобы у вас была центральная полоса выделенная. Дальше, если добавлять опять по груди, да, по объему груди, если грудь большего размера, то вот эти мы полосы не трогаем, мы делаем вот здесь большее количество закладываем. То есть не 2 у вас может быть полосы, у вас может быть там 4-5, да, смотря какой опять же у вас размер майки, какая у вас плотность вязания. Я думаю, про распределение петель в принципе понятно.
Ну и теперь давайте, собственно говоря, приступим к вязанию. Помним, что маркер сердечко – начало кругового вязания. Мы дальше будем вязать по кругу. Я пока перед и спинку не разделяю. Мое все вязание, весь круговой ряд начинался всегда с одной изнаночной петли. Помним, да, что вот эти все петли я распределила, у меня получается распределены все петли переда. Но пока перед и спинку я не разделяю, продолжаю вязать по кругу. Провязываю по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, следующие 2 лицевые, опять 2 изнаночные. И вот у меня следующая выделенная дорожка из лицевых петель. Здесь у меня будет проходить прибавка. Все прибавки я буду делать из протяжки. Протяжку одеваю на спицу. И дальше, включая в рисунок, начинать я буду с лицевых. Я прибавляю одну лицевую петлю. Дальше провязываю по рисунку, как смотрят у меня петли, до следующей помеченной линии. Вот у меня следующая помеченная линия. Теперь мне здесь сделать нужно тоже прибавку. Но в этом случае петля у меня будет смотреть как бы вправо. То есть я ее буду провязывать из протяжки скрещенной за переднюю вот эту вот тушку. Добавила лицевую. Дальше провязываю 2 лицевые до следующей помеченной нашей полосочки. Итак, мы дошли до следующей полосы, ее провязываем просто. Сначала провязываем одну лицевую. И теперь мне нужно провязать здесь одну убавку, то есть 2 вместе лицевой. Мне для удобства необходимо для красоты повернуть мою петлю. Провязывать можно любым удобным для вас способом 2 вместе лицевые. Все, провязала. И дальше вяжу по рисунку, как смотрят петли. Помним, да, что вот этот двойной маркер, это середина у меня. Она остается неизменной, с ней мы ничего делать не будем. Дальше вяжем до следующего маркера моего, до выделенного вот этого оранжевого, да. А сейчас мы будем вязать, получается, в зеркальном отображении вторую часть чашки. Итак, мы дошли. Теперь мне здесь необходимо повернуть петли. В данном случае одну изнаночную. И провязать 2 вместе с наклоном вправо. Дальше вяжем по рисунку. То есть мы все вяжем точно так же, только в зеркальном отображении первой части. Вот у меня была выделенная моя полоса, теперь здесь мне необходимо сделать прибавку. Прибавку я буду делать также из протяжки, петля у меня будет смотреть влево. Следующая моя выделенная петля, мои петли, вернее полоса, да, условно назову ее полоса. Здесь мне тоже нужно сделать прибавку. То есть мы сейчас наращиваем количество петель в чашках, получается у нас. Вот я сделала прибавку, и дальше по рисунку буду довязывать весь круговой ряд. Больше никаких прибавок и убавок мы делать не будем в этом ряду. Все, дальше довязываем мы наш ряд до конца по кругу, без прибавок и убавок, просто вот как смотрят наши петли. Довязала ряд до конца и повторяем все те же самые действия. Сначала провязываю по рисунку до второго помеченного моего вот этого, этой полосы, до второй полосы.
Провязали 2 лицевые, теперь смотрите, здесь у нас была первая прибавка, и мы уже перед ней делаем еще одну прибавку, также эта прибавка у нас будет лицевой петлей, то есть мы ее провязываем скрещенной за заднюю стенку, следующую лицевую, то есть когда мы делаем прибавки, мы наши петли включаем в узор, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, и дальше продолжаем вязать. До следующей выделенной нашей полосы, до прибавки, да, которую мы уже сделали в первом ряду. Вот моя выделенная полоса, вот моя прибавка. Ее я провязываю лицевой, и теперь только после нее делаю еще одну прибавку из протяжки. Петля у меня смотрит по направлению вправо. Петли прибавлять можете любым удобным для вас способом, я делаю из протяжек. Дальше продолжаем вязать по рисунку. Следующий маркер у меня здесь идет линия убавок, мы ее и продолжаем. Я для удобства поворачиваю петлю, чтобы у меня была линия красивая. Вот таким образом у меня сделана вторая убавка. Дальше помним, да, что по центру мы вяжем, полосу по центру мы не трогаем, она остается у нас неизменная. Вяжем по рисунку до следующей нашей убавки. Вот у меня помеченная линия, здесь у меня идет линия убавок. Я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше вяжу до следующей прибавки. Вот моя первая прибавка. Перед ней я делаю еще одну прибавку. Опять же, да, помним, сохраняя рисунок, значит, мне нужно прибавить одну лицевую петлю. Дальше вяжу по рисунку, как смотрят петли, до следующей прибавки. Вот моя прибавка, ее я провязываю лицевой. После нее делаю еще одну прибавку из протяжки. Петля у меня смотрит вправо, получается. Дальше вяжу, как смотрят петли по рисунку. То есть резинкой 2 на 2. До конца кругового ряда. Третий ряд с убавками повторяем точно так же, как и до этого мы вязали. То есть вяжем по рисунку до второго нашего маркера, до выделенной полосы, то есть до прибавок. Вот у меня была выделенная полоса, я ее провязала лицевыми петлями. И теперь мне здесь необходимо сделать прибавку из протяжки. Но помним, что мы сохраняем рисунок резинки 2 на 2. И теперь по логике вещей мне здесь должна добавиться одна изнаночная петля. Изнаночную петлю также я добавляю из протяжки. Провязываю я ее за вот заднюю полупетлю, то есть за заднюю стенку, да, вот так. Дальше провязываю 2 лицевые, включаются у меня в узор. И дальше вяжем до следующей прибавки. Вот мои 2 петли, которые мы прибавляли в предыдущих рядах. И теперь мне необходимо добавить опять одну изнаночную. Провязываю я ее скрещенной, получается, за заднюю стенку. Дальше вяжу по рисунку, сохраняя наш узор резинки 2 на 2, до линии убавки. Вот моя линия с убавками. Она 1 лицевая. Дальше мне необходимо провязать 2 лицевые вместе. Для этого мне необходимо повернуть петли. Дальше вяжем по рисунку до следующей линии убавок. Вот я пришла к следующей
линии своих бабок, да, опять две вместе. И все то же самое, только в зеркальном отображении. Вот моя линия будет с прибавками. Здесь мне опять нужно добавить одну изнаночную. Все то же самое. За заднюю стенку провязываем одну изнаночную. У меня две прибавленные петли, я их провязываю. После них я провязываю одну изнаночную, добавляю петлю. Дальше продолжаю вязание до конца кругового ряда резинкой 2 на 2, и мы такой темп прибавок убавок сохраняем до тех пор, пока вот эти линии, которые у нас выделены, не придут к нашим вот этим двум изнаночным. То есть вот эта центральная у нас линия останется нетронута, эта линия из убавок должна пересечь вот эти все линии, то есть вот эту первую, вторую, должна остановиться вот в этой петле перед двумя изнаночными. Соответственно, со второй части то же самое, с зеркальной стороны. То есть вот эта линия убавок должна прийти сюда. Дальше вяжем самостоятельно. Ну вот я довязала все свои убавки, которые хотела сделать. Посмотрите, вот так это теперь выглядит. Вот здесь у меня получается линия, которую мы выделяли, да, центральная линия, она у меня осталась неизменной. И вот мои линии, которые идут, линия убавок, не встречается. То есть с левой стороны у меня получается 2 изнаночные, и с правой стороны вот моя линия 2 изнаночные. Посмотрите, рисунок резинки 2 на 2 нигде не нарушился, то есть все должно совпадать. Единственный нюанс, что общее количество петель увеличилось ровно на 16 петель, то есть по 8 петель мы добавляли с каждой стороны, да, получается симметричная вторая чашка. Дальше я буду вязать по кругу. Если вы хотите более глубокий вырез декольте, да, вы вяжете по кругу до того момента, когда уже будете разделять перед и спинку, оформлять проймы и вырез горловины. Если вырез глубокий, то вырез и пройма делается на одном уровне. У меня будет не такой глубокий вырез горловины, поэтому я пока буду вязать по прямой. Вы вяжите самостоятельно на желаемую высоту. Итак, после своей последней прибавки я провязала еще 34 круговых ряда. Сколько провязывать в высоту, каждый решает сам для себя под свой размер и свою плотность вязания. Я решила, что для своего топа я буду делать вырез горловины и пройму на одном уровне, поэтому провязала 34 ряда. Если вы хотите делать пройму ниже, чем вырез горловины по переду, тогда вам необходимо, конечно же, делать сначала пройму, вырез горловины пока не оформляете. Но я делаю все на одном уровне, мне так больше нравится. Теперь, собственно говоря, переходим к разделению. Мы знаем, что у меня здесь было начало моего кругового ряда, то есть это будет у меня начало переда. И вот эта центральная линия, где у меня висит два маркера сразу, да, центральная линия из двух лицевых петель, это, соответственно, центр. Сейчас я переступаю к оформлению и проймы, и выреза горловины, и вывязыванию вот этой части. То есть вторую часть мы будем вязать потом, а сначала свяжем первую часть. Так будем вязать. Вот это у меня начало ряда. Я условно себе обозначила, что у меня ряд начинается с одной изнаночной. Теперь эта изнаночная превращается в одну лицевую петлю. Следующие две петли провязываю по рисунку. Две лицевые, потом две изнаночные. Дальше одна лицевая, только теперь делаю убавку. Убавки это значит мы будем провязывать 2 вместе лицевой. Со стороны проймы это будут убавки 2 вместе лицевой с наклоном влево, со стороны выреза горловины вправо. То есть у нас будут убавки смотреть друг на друга, двигаться друг к другу. Провязала 2 вместе лицевой и дальше вяжу по рисунку. Это у меня осталась 1 изнаночная, дальше резинка 2 на 2. Теперь смотрите, вот это 2 лицевые петли, это центральная моя выделенная полоса. Мне необходимо разделить теперь полотно на правую и левую часть. Но для того, чтобы у меня был красивый все-таки вырез, чтобы было аккуратно, чтобы не надо было ничего обрабатывать, мне необходимо добавить еще пару петель. Здесь я просто добавлю одну лицевую из протяжки. Петля у меня смотрит по направлению вправо. И еще на ряд ниже я опускаюсь.
поднимаю уже вторую протяжку и провязываю точно так же. То есть я добавила сразу 2 петли, и теперь вот эта центральная полоса у меня разделяется, да, по одной петле, это теперь у меня будет кромочная. Вот таким образом. Дальше изнаночная сторона. На изнаночной стороне я буду, смотрите, вот первую, вторую и третью петлю, то есть у меня 3 петли, я их просто переснимаю, у меня нить перед работой. Дальше вяжу по рисунку. До последних 3 петель, которые у меня будут на спице, также я буду их переснимать, то есть я их не провязываю. Вот и довязала, у меня осталось мои 3 петли, я их просто переснимаю. Я их не провязываю, поворачиваю на лицевую сторону. И теперь вот эти 3 петли я провяжу лицевыми. То есть вот моя нить. Вот 3 лицевые я провязала, нить подтягиваю. И дальше все то же самое повторяем. 2 изнаночные, 1 лицевая. Теперь 1 убавка. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот теперь такие действия мы будем повторять до того момента, пока ширина лямки нас не устроит. То есть мы сокращаем наши петли и выходим на ширину лямки. Дошла до конца ряда, все то же самое, да? Делаем убавку, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 1 лицевая, 2 изнаночные. И теперь провязываю 3 лицевые. Вот таким образом. Все, теперь дальше повторяем все то же самое, пока не выйдем на необходимую ширину лямки. Итак, я сделала убавки, у меня сейчас на спице находится 14 петель. И получается по линиям выглядит у меня вот так. Теперь со стороны проймы я перестаю делать убавки, буду провязывать убавки только со стороны выреза горловины. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом у меня на лямках также сохранился мой узор резинки 2 на 2. То есть мне необходимо здесь только убавить 2 петли, чтобы вот эта линия перекрывала эту линию, и чтобы у меня были потом красивые лямки. То есть вот таким образом выглядит линия убавок. Вот так выглядит у меня линия убавок, и дальше перехожу просто на вязание резинки 2 на 2, то есть, да, продолжаю вязать вот эти 3 петли, как и вязала до этого, то есть в начале и в конце ряда в лицевой стороне мы провязываем лицевыми петлями, на изнаночной стороне мы просто переснимаем, не провязывая нить перед работой. И буду вязать на высоту ляма, которая мне необходима. И маленькое замечание по поводу лямок и высоты. Всегда корректируется длина лямки, а в самом конце, когда весь топ уже будет постиран, отвязан и постиран, да, чтобы просто сделать наиболее лучшую посадку лямок, чтобы они не были слишком короткими и не были слишком длинными. И дальше просто вяжем лямки, вторую часть топа вяжем симметрично, то есть точно так же, как и первую часть, да, а только в зеркальном отображении, я имею в виду по вырезу горловины. Ну вот так у меня сейчас выглядит на данном этапе топ. Сразу скажу, да, по количеству рядов, которые мы провязываем, я имею в виду лямки, высоту. Длина лямки регулируется в самом конце, когда будет изделие полностью отвязано и постирано. Потому что зачастую зависит, конечно же, от свойств пряжи, от вашей плотности вязания и от желаемого результата. Лямки могут потянуться, могут, конечно же, сесть в размере. Поэтому я всегда провязываю чуть больше на 3-4 ряда, чем мне необходимо. А потом уже в конце, прежде чем соединять лямки спинки и переда, уже конкретно определяю с длиной по мере, конечно же, примерки. Ну а пока, если говорить про количество рядов, я провязала 24 ряда после последней вот здесь убавки. Вот так выглядят сейчас мои лямки. Помним, да, что эта резинка без ВТО, она выглядит немножко скомканная, после стирки все исправится. И теперь будем переходить к увязыванию спинки. Сейчас вот я нахожусь, получается, вот у меня передняя часть, я нахожусь в районе проймы. Я хочу более закрытую спину, не хочу открытую. Если вы хотите откровенный топ, то на этом этапе можно закрыть просто петли айкордом, да, и довязать лямки. Но я хочу закрытую спину, чтобы можно было носить белье под топом, чтобы белье не высвечивалось, нигде ничего не было видно. Поэтому сейчас я буду делать убавки для проймы по точно такому же принципу, как и для переда. Также вот эти первые
3 петли у меня будут вязаться, на лицевой стороне будут вязаться всеми лицевыми, на изнаночной переснимать. Так, провязала 3 лицевые. Дальше вяжу 2 изнаночные. Теперь 1 лицевая и делаю убавку. То есть вяжем по такому же принципу, как и по переду. Единственный нюанс, здесь будет меньшее количество убавок. Дальше до конца ряда, до последних вот этих, опять же, 2 полосочек мы вяжем по рисунку, то есть я буду вязать резинкой. Вот мне осталось последние 8 петель. А вот у меня конец моего ряда. И теперь то же самое будем делать убавку. Убавку я буду делать с наклоном вправо. Провязываю 2 вместе лицевой. Дальше 1 лицевая, 2 изнаночные. И дальше провязываю 3 лицевых. То есть вот эта изнаночная петля, она у меня станет кромочной. Все, и теперь буду вязать также по принципу, как я делала по переду, да, делала проймы, оформляла. Первые 3 петли снимаем, не провязывая нить перед работой. Дальше до последних 3 петель вяжу по рисунку. Последние 3 петли также буду снимать нить перед работой. Последние 3 петли в конце ряда переснимаю нить перед работой. И дальше повторяю все то же самое, делаю убавки, провязываю точно так же, как и по переду. Первые 3 петли лицевой, затем 2 изнаночных, 1 лицевая и 1 убавка. Здесь у меня будет убавка с наклоном влево. Да, то есть у меня убавки все смотрят друг к другу. А здесь вот эту ниточку я потом закреплю, да, то есть сразу рекомендую вам закрепить и спрятать кончик. И дальше вяжем. Повторяем все то же самое. Значит, в начале ряда мы делаем убавки, провязывая 2 вместе с наклоном влево. В конце ряда мы провязываем 2 вместе с наклоном вправо. То есть у нас убавки смотрят друг к другу. Что касаемо вот этих крайних 3 петель, вяжем точно так же, как и по переду. То есть на лицевой стороне мы провязываем 3 лицевые, включая кромочную. На изнаночной стороне эти 3 петли мы переснимаем нить перед работой. И теперь вяжем на необходимую нам высоту. Итак, я уже выполнила общее у меня количество убавок 11. Сейчас у меня выглядит вот так узор моей резинки. Так выглядит моя пройма. А дальше теперь я буду закрывать средние петли по спинке и дальше формировать лямки. Первые 21 петлю, это опять же в моем, да, случае, я провязываю по рисунку, не забывая, что лицевые я провязываю первые 3 петли. Дальше 2 изнаночные. 1 лицевая и убавку я продолжаю делать. Далее я провяжу еще по рисунку резинкой 2 на 2, 20 петель у меня должно быть общее количество. То есть я уже провязала 3 и еще 4, итого 7. И до 20 мне необходимо еще провязать 13 петель. Сохраняю узор резинки 2 на 2. Вот моя 13 петля, как раз я опять же нахожусь на изнаночных петлях, и я ее буду провязывать также, да, изнаночной. И теперь мне необходимо закрыть средние 20 петель. А закрывать я буду следующим образом. То есть мне хочется, чтобы также была линия айкорда, поэтому эта петля изнаночная у меня станет лицевой. И также я теперь только 2 петли переснимаю нить за работой. Дальше лицевую провязываю вместе с изнаночной. Вот я сделала первую убавку. Теперь возвращаю все 3 петли обратно. Да, теперь нить у меня за работой. Дальше провязываю 2 лицевые.
Теперь опять 2 вместе лицевой. Для этого мне нужно повернуть здесь изнаночную петлю. Две вместе лицевой провязываю с наклоном влево. Опять возвращаю все петли на место. И теперь опять провязываю 2 лицевые. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево. Возвращаю на спицу. И опять все то же самое. То есть мы по сути закрываем полым шнуром наши средние петли. До того момента, пока у меня с другой стороны не останется 21 петля. Помним, да, что одна петля у нас убавится потом в конце ряда, там где у нас пройма. Поэтому вяжем, пока у нас не останется вот здесь 21 петля. Вот сейчас у меня здесь 21 петля, включая вот эти 3 петли айкорда. Дальше продолжаем вязать по тому же принципу, что и по переду, да, когда мы оформляли лямки или бретели, как вам удобнее. Значит, я провязываю первые 3 лицевыми, дальше провязываю 2 изнаночные, дальше 1 лицевая и теперь делаю убавку, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжу по рисунку. И здесь продолжаю делать убавки. То есть сейчас мы будем повторять так же, как и по переду. Будем делать формирование наших лямок. Последние 3 лицевые петли я их провязываю лицевыми. А сейчас буду вязать только вот эту часть. Потом присоединю нить и продолжу симметрично вязать дальше. Пока оформляем лямки, не забываем делать здесь убавки. То есть нам нужно выйти на то же самое количество петель, как и по переду, чтобы сделать потом красивый шов. Ну, то есть вот таким образом. Ну вот я провязала одну лямку. Я, кстати, рекомендую всегда лямки по спинке делать на пару рядов длиннее, чем по переду, для того, чтобы просто майка не тянула назад. По крайней мере, у меня так, да? И теперь будем переходить к формированию второй части нашей спинки, да, то есть нашей лямки. Просто все делается точно так же, как и в первом случае. Просто я здесь сейчас покажу, как красиво перейти, потому что у нас здесь вот образовался вот такой айкорд. И теперь нам необходимо, чтобы он плавно переходил на вторую часть. Мы с вами провязали здесь, да, вот одна была убавка. По идее, сейчас мне нужно прикрепить мою нить и начинать на изнаночной стороне вязания. Значит, для того, чтобы линия от этого айкорда, полоса, да, была беспрерывна, мне необходимо сделать следующее. Значит, вот эту первую изнаночную петлю, которая у меня на спице, я ее просто пересниму. Теперь смотрите, вот здесь мне необходимо сделать, давайте пока вот так оставим в покое, работаем с одной вот этой изнаночной петлей. И теперь вот здесь мне необходимо подцепить протяжку. Вот таким образом это выглядит. И теперь вот эту протяжку мне необходимо будет протянуть там, где у меня была вот эта изнаночная петля. То есть что мы делаем? Мы провязываем по сути как бы 2 вместе, но при этом я не хочу, да, чтобы у меня вот нарушалась линия вот этого айкорда. Поэтому просто я буду нить еще никакую не прикрепляю, ничего, да, просто делаю следующим образом. Как бы мы вязали 2 вместе изнаночные. Теперь сейчас я ее верну на место. Она опять у меня станет первой моей петлей. Все, вот таким образом выглядит. И теперь дальше мы продолжаем вязать точно так же, как и по принципу. То есть первые 3 изнаночные петли я буду переснимать. Сейчас я присоединю новую нить и нахожусь на изнаночной стороне и повторяю все то же самое. Первые 3 петли на изнаночной стороне я переснимаю, не провязывая. Да, то есть я здесь нить не креплю. И вот теперь следующую я буду вязать по рисунку.
Я обычно всегда оставляю кончик подлиннее, да, потом все, что можно было спрятать туда внутрь айкорда. И дальше все то же самое повторяем, что и вязали. Теперь немножко расскажу про лямки. Значит, каждую длину лямок регулирую сам под себя индивидуально. Это зависит от размера и свойств вашей пряжи. Я топ постирала, и только после этого, как топ у меня высох, я теперь уже уверена в длине своих лямок и буду делать швы. Значит, швы мы все будем делать на изнаночной стороне. Можно делать любым удобным для вас способом. Я буду делать методом трех спиц, но при этом буду использовать крючок. Если говорить про мои лямки на моем топе, то у меня получается длина лямки от последней убавки по лицевой стороне по переду составляет приблизительно 10 сантиметров. Буду провязывать при помощи крючка. Провязываю 2 вместе и снимаю петли со спиц. Дальше. Теперь все кончики прятать я буду в этот шов и при этом буду подтягивать, чтобы немножко шов собрался. Как я сделала, собственно говоря, вот на этой стороне. Так выглядит по лицевой стороне. Изначально кажется, что как будто здесь немножко ширина больше из-за шва, но когда вы одеваете топ, все тянется и тогда натягивается, да, и тогда лямка смотрится красиво. Дальше выворачиваем топ на лицевую сторону и наслаждаемся готовой работой. У меня здесь бобинная пряжа, поэтому кончиков, узелков у меня по всему топу нет. Единственное, да, вот эту мне ниточку нужно спрятать, когда я набирала.